Сегодня мы научимся вязать спущенный столбик с одним накидом с воздушной петлей в вершине. Для вязания этого элемента в начале следует провязать 2 воздушные петли для подъема, потому что элемент у нас высокий. Затем делаем накид на крючок и вдеваем крючок во вторую петлю, но на один ряд ниже, вот сюда. Затем захватываем нитку, протаскиваем ее, вяжем 2 петли вместе и после этого провязываем воздушную петлю. Вот элемент готов. Я еще раз повторю. Делаем накид на крючок, спускаемся теперь уже в 3-ю петлю на ряд ниже, захватываем нитку, протаскиваем ее и вяжем 2 петли вместе. После этого провязываем воздушную петлю. Обозначение у этого элемента совсем космическое. Вот этот овал обозначает воздушную петлю. Это у нас столбик с одним накидом. И вот этот крючочек означает, что у нас столбик спущенный. И он будет указывать на тот ряд, в который нам надо вдеть крючок. Советую вам также приобрести двухсторонние крючки для тунисского вязания. Их можно приобрести в интернет-магазине и получить скидку в 5% по промокоду для подписчиков канала. Эти крючки очень-очень удобные. А вы хотите получать самые свежие новости канала, как горячие пирожки? Прямо с печки. Для этого нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!